Я вылечу. Я вылечу отсюда. Держись. Почему руками надо держаться крепко за эту самую вагонетку? Всем привет, мои хорошие. Рада видеть вас на канале Тилька Плей. Я Наташа, и сегодня мы поиграем в некое подобие башни ада, только более хардкорную, реальную. Мы будем с вами подниматься как можно выше. В этой игре цель подняться реально высоко-высоко, но есть одно но. Если ты упадешь, тебе придется начинать все сначала. Выглядит это все, конечно, опасно. Опасно для психики, но я думаю, это будет весело, поэтому давайте посмотрим, быть может, нам с вами понравится. Пройти ее, я так понимаю, невозможно, но зато можно проверить свои нервы. Мои нервы уже ни к черту. Нажимаем с вами играть. Загрузочка, значит, да, погнали. Блин, я уже чувствую, что если я сейчас упаду, я думала, я одноногий мальчик. Так, это я. У меня тут есть группа поддержки. Здорово, пацаны. Я начинаю с гетто какого-то бразильского. Only up. Говорит, только вверх. Только вверх. Я могу сделать себя девочкой. Могу сделать себя гоблином. Не, давайте я буду в кепочке. Ну, типа, ну я же, что я, что, в маске девки, что ли, буду бегать? Нет, я в кепочке. Я поцик веселый. Only up. Так. А как? Подожди, я не понимаю. А, я поняла. Мы должны с вами запрыгнуть, да? Старт. А, вот это старт. Покрышки. Слушай, а здесь что-то как-то очень все тоненькое. Окей, let's go. Не падай, пожалуйста. Мне уже не нравится. Здесь очень узко. Мамочки. Тише, 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 брат. Беги. Подожди, а ты можно что-то какие-то такие вот по-русски, чтобы ты говорил херни свои? Потому что ты говоришь не по-русски про свою историю сраную, и никому ничего не понятно. Ну, короче, эй, не падай. Так, если я упаду, меня поймают, но теперь меня никто не поймает. Короче, какую-то херню рассказывает. Так, ну что, поднимаемся, пацаны. Так, ладно, идем дальше с вами, господа. Опа, а, ляхряк. А че он завис? А почему весь мир не двигается? Бля, собака улыбака. Ну это чтоб ты бегал, развлекался, да? Кринж. А свинью можно подтолкнуть? Я не бить ничего не могу, умею только прыгать и цепляться, да? И могу шифтить. Но мне кажется, здесь лучше не шифтить! Ну, я на относительно большой высоте. Так что мы должны уйти из этих трущоб. Там он сосутся, видал? Тихую. Я потихонечку иду. Только вверх мой девиз. Как говорится. Only up. Слушай, ну я уже достаточно высоко. Я думаю, что дальше будет становиться все сложнее, все уже. Какие-нибудь там непонятные штучки и одно неверное движение, и мы с вами упадем. Вот, например, вот такие вот узкие писюшки. Короче, ребят, сейчас проверим все наши навыки Роблокса, которые у нас вообще существовали за все это время. Быть может, это, знаете, будет нам на руку, что... А я могу как-то присесть? Хорошо, я умею приседать. Не хватает какой-то музычки здесь. Слишком как-то тихо. А вон бомжи сидят, пучкуются. Ужас, я сейчас... Я кажется, под небеси иду, ёб твою налево. Все хуже и хуже становится, пацаны. Очень сложно выбрать путь, когда ты не знаешь, куда он тебя приведет. Я согласна. Я хочу вот этот путь. Я всегда хожу налево. Тише! Тише, пожалуйста, падать-то высоко. А он сдохнет или выживет, или что с ним будет? Давай, брат. Потихоньку. Мамочки. Нет, пожалуйста, не надо. Ё-моё, ребят. Ну, мы уже относительно высоко. Почти на Луне. Ё-моё. Живи, брат. Давай. Я надеюсь, нас этот путь куда-нибудь приведет. В идеале, чтобы он нас привел на ту трубу. Подожди. У нас проблемы, Хьюстон. Хьюстон, у нас проблема. Это тупик? Нет. Ё-моё.
Когда смотришь вниз, становится реально не по себе. Ты начинаешь думать о том, что ты можешь скоро свалиться, и все. Так, подождите, у меня проблема. Я выбрала неправильно. Нет! Не знаю, каким чудом ты, дурачок, схватился за трубу, но ты молодец. Ё-моё, он так еще опасно прыгает, так аккуратно. Не скатываемся. Солнце, не свети. Выключите солнце. Ничего, я справлюсь. Ребят, ради вас я поднимусь как можно выше, ближе к звездам. Я не упаду. Так, подожди. Здесь, наверное, лучше взять разгон. Да? Давай рискнем взять разгон. О боже, возможно, это будет моя фатальная ошибка. Ёб твою мать! Спасибо. Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. Говорит, иногда очень сложно выбрать путь, но ты типа, если его несколько раз начнешь сначала, то типа ты научишься выбирать верный путь. Мы учимся на ошибках. Ляга зафилософствовал-то как, а? Не, ну ладно, это еще не так было обидно, вот, если бы мы были как-то высоко. Но я думаю, мы в эту игру с вами разочек всего лишь поиграем, наверное. Хотя, не знаю, быть может, вам понравится, как я тут паркурю. Может быть, любители башни ада скажут, башню аду хардкор хотим. Вот, ну посмотрим. Ладно. И это был риск. Я сказала, что это было рискованно. И вы с этим тоже согласились. Потому что, ну блин. Видишь, мы выбрали неправильный путь. Нам нужно выбрать другой путь. Так, брат, на картаны. Брат, прыгай. Хорошо. Ну, по крайней мере, мальчик не разбился. Было бы еще обидно, если бы он каждый раз бы дох. Так, все. Не, ну мы не так высоко, чтобы прям расстраиваться. Так, ребятки, смотрите. У нас есть три пути. Пошли сюда. Вот сюда, да? Тише, тише. Да, наверное. Да, да, я думаю, нам надо сюда. Вот сюда. А потом нам нужно вот сюда свалиться. Валюсь, нет? Держись! Держись! Никуда! Не поднимайся, пожалуйста. Не надо это делать. Не надо. Не надо. Аккуратненько. По миллиметрику. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот так. По ржавым трубам ползем с тобой. О, мать моя, женщина. Страшно-то как. Тише, тише, тише. Мы почти добрались. Мы почти добрались. У меня аж все зачесалось, все заэтовалось. Это называется нервы. Так, нам куда? Внутрь? Не-не-не-не-не-не-не-не. Ну, внутрь это для слабаков. Мы пойдем наружу. Наружу, я сказала, наружу. Знаешь, что такое наружу? Так. Как так получилось? Я опять на этом же самом месте? Серьезно? Мне надо вот на эту трубу попасть. Эх, ёб твою мать, держись! Хорош. Так, брат, аккуратно. Присел на картаны. Давай. Все. Отлично, отлично, ребят. Я справилась. Есть! Я преодолел... Ну, пойдем. Оказывается, я вообще считерила. У меня начинают потеть ладошки. Меня это немножечко напрягает. Давай, брат, беги. Ты спортсмен. Ты должен вылезти из своих трущоб. Оказаться где угодно. Но не в трущобах. Давай, брат, беги. Давай, мой маленький
Это когда-нибудь кишка из трубы кончится или нет? Она хуже винтовой лестницы. Так, я не могу здесь зацепиться, зацепа нет. Чё, что я маленький мальчик, а не взрослый дядька? Хорошо. Ребята, there is something strange мы в порядке. Going on with this world, though there has always been something wrong with it. Да, нормально все. What everyone clung to, the stability, has been shaken. Нормально, он просто maybe хотел убежать в хорошее место. Блин, ёшки-матрёшки. Все страшнее и страшнее становится. Согласись. О-хо-хо-хо-хо. Падать уже высоко. Так, все, здесь можно поспать. Тут можно даже прыгнуть. Не надо так делать! Не надо! Больше на кровать я не вступлю! Спасибо! Давайте без кровати, пожалуйста. Кровать что-то оказалась конченной. My grandfather worked here. I often went to так, see твой дедушка работал вот где-то здесь. Это вот сюда нужно прыгать? Я тебе говорила, что становится потихоньку все сложнее, смотри. Все. Приехали, ёпта. По ящикам уже прыгаем. Держись, держись, брат. Не, ну он вроде бы, знаешь, он вроде бы доцепляется. У него, то есть, есть зацеп какой-то. Так, на крыше, все. Мы с тобой на вокзале уже. Хорошо. А куда дальше? Ёб твою мать, серьезно? Подожди, я не понял. Так, вот оно, по-моему, начало вот этой железной пути. Офигеть. Да? Да, вроде бы нам вот сюда. По вот этой тонкой балочке ходить будем с вами. Ну, тест на трезвость, господа. Точно сюда. Ё-моё, рельсы. А, ты можешь медленнее как-то идти? Вот так. Типа папка. Вот, вот так он хотя бы не летит. Потому что если я упаду, я уже второй раз трубы-то не пройду. А может быть, есть какая-нибудь вагонетка? Я бы на вагонетке поехала. If you want to go quickly, go with friends. If you want to go far, go alone. Так, если ты хочешь идти далеко, иди без друзей. Бляха, зря. Зря. Зря! Твою мать! Зря. Ой, зря. Ой, зря. Давай, разгоняйся. Иди же. О-о-о! Куда ты полез? Сюда, 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 сюда. Нет, да. Идиоту. From here you have a great view of the favelas. This is where everyone lives in poverty, which is hard to get out of. This is where my whole life and the lives of my goddamn parents have been. Да иди, твою мать, что ты делаешь? Куда? Он просто вылетел. Чуваки, он просто вылетел. Он просто вылетел. Представляешь? Он вылетел. Вылетел. Да там же нет. Ё-моё. Капец. Это нечестно было. Эта игра мне подкинула такую свинью. Меня просто выкинуло оттуда. Это нечестно. Я так старалась. Офигеть. Вот это игра. Вот это вот. Нервы покинули чат. Нет, мало того, что ты и так тут сидишь на перделе просто своих возможностей. Такой типа пыришься, пыришься, пыришься. А он просто взял и вылетел, дурачок. Да. Так, подожди. А вот эта, по идее, штука, она мне улучшает путь, да? Ага.
Хорошо, то есть кровать, если ты верное выберешь направление, она тебе даже в какой-то веке... А толчок что делает? Я думала, может быть, толчок меня как-то куда-то смоет добропорядочно. Так, ну давайте уже идти испробованными этими путями. Вот, то есть вот так вот мы с вами шли, да? Вот так. Тише, тише, спокойно. У меня опять все непроизвольно сжимается. Нет, в этой игре, короче, надо смириться, что вы будете падать и начинать сначала. Это бесполезно тут как-то это переживать за то, что ты упадешь, потому что ты здесь много раз упадешь. Я вот уже упала сколько раз, сейчас бы еще был один раз. Тише, 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 тише. Ладно, мы справимся, все будет хорошо. Поднимайся на трубу! Спасибо. Спасибо. Так, значит, смотри, вот сюда нам нужно, да, прыгнуть, по-моему? По-моему, да. Держись, брат, держись. Мы были читерами. Ладно, я начинаю потихоньку это, вникать в игру. Так, хорошо. Вот, и теперь здесь по вот этой вот кишочке. Прёмся. Можно я тебя вот так посажу? А то ты так бежишь на своих этих двоих, что я боюсь, что я тебя просто не выловлю. А вот так вроде бы поспокойнее шаг. Может быть, здесь есть какая-нибудь возможность медленного шага? Но на контролы как-то, знаешь, как будто бы лучше его контролируешь, этого поцука. Он супер-гиперактивный пацан. Так, брат, вставай. Поднимайся. Хорошо. Так, вот мы снова пришли к этому. К дедушке, к твоему, да? Твой дедушка работал на паровозах. И летит... Да задержись ты. Так. Такое ощущение, что тут как будто бы что-то меняется. Так, на кровать. Мать, держись! Хорошо. Кровать меня пугает до усрачки, потому что у нее слишком непонятно, как работает. Чё? Так, приветствую вас. Здрасте. Тем же путем. Нас жизнь ничему не учит. Но тут, скорее всего, есть какой-то альтернативный путь еще. Я так думаю. Так, брат, давай. Хорошо. Все. Так, а если там тележки моей не будет? Блин, а если я сейчас опять свалюсь? Это же будет фиаско. Нет, я, конечно, гораздо быстрее поднялась сюда, чем в первый раз, но все равно. Нам бы до чего-нибудь красивого дойти, а то мы все в своих трущобах да трущобах. Как-то же должен быть какой-то захват. Или, типа, чисто на энтузиазме. Давайте я попробую тупо не двигаться. Может быть, там все-таки оно летит как надо. Мне кажется, надо как-то просто... Хрен его знает, короче. Ладно, поехали. Все, держимся. Просто давайте смотреть, что будет, если ничего не предпринимать. Никаких движений. Мне нельзя отсюда вылетать, понимаешь? Фига мне ногу там сломала, видал, скрючила. Я боюсь. А вдруг сейчас стрелка не переключится, и я поеду туда? Да не-не-не-не-не, все нормально едет. Зря я бздела. Короче, куда? Куда ты уехал-то, дурачок? Ты видишь, что происходит? Все, кобзда, мы сейчас опять вылетим. Пожалуйста, Вася, держись. Вася, давай, держись, Вася. Мы должны подняться. Здесь просто едет саная вагонетка, Вась. Просто саная вагонетка, фух. В трубе можно на секунду расслабить булку, но не сильно. Куда я еду? Ёб твою мать, куда я еду? Я вообще не понимаю. Я не могу, я сейчас вылечу, пожалуйста, когда мы уже приедем? Я не хочу ездить на паровозике, пожалуйста. Я вылечу отсюда, держись. Почему руками надо держаться крепко за эту саную вагонетку, когда оно кончится? Не хочу снова быть на своих двоих ногах, не хочу зависеть от вагонетки, пожалуйста. Ребята, я, кажется, приехала. Мы с вами миновали трущобы.
Пацаны, реально, трущобы больше нет. Мы приехали с вами. Слава Богу. Слава Богу, мы доехали. Теперь нам надо по вот этим, да, штукам скакать. По вагонам. Но вагоны достаточно широкие, так что я не думаю, что это будет проблематично. Проблема была как раз-таки вот в этой вот вагонетке. А вагоны, ну, они реально широкие. Какая там дырка? Вот дырки мне не нравятся. Ой, боже. Вниз начинаешь смотреть, все реально сжимается. Куда ты лезешь, пожалуйста? Давай ты не будешь лезть. Жуть. Жуть, просто жуть. Посмотри. Мне кажется, из-за этой игры сформируется боязнь высоты. Потому что мне реально страшно, что мой персонаж упадет. Я тоже так думаю. Так, по мосту. По мосту все зашибись. По мосту тоже прям вообще кайф, кайф. Ух. Ребята, можно выдохнуть пока что. Держись, держись, брат. Я шифтить пока не буду, потому что я боюсь, что если я буду шифтить, что-то пойдет не по плану. Блин, мой дед слишком сильно любил. Только не говорите, что опять сейчас будет какая-нибудь вагонетка. Я не готова. Я не переживу такую вторую вагонетку. Я вот Сапсан еще более-менее переживу. А вот все остальное я не переживу. Давай, брат, держись, держись. Ох, падать будет очень больно, но я чувствую, что когда я упаду, это будет конец. Конец этого видео, потому что второй раз я подняться не захочу. Вот, но если вам уж прям сильно понравится, тогда, возможно, захочу. Долечу? Нет. Так, иногда нужно шифтить, короче, я понял. Иначе не дошифтишь свою... Ёб твою мать, как там все страшно выглядит. Пабздец. Куда? Нет. Эй, держись. Нет, ну там смотри, как тонко. Там тоненькая. Так, на контроле поплыли. Поплыли. Ой, блин. На контроле сказала. But that's in the past. Так, подожди, а мне куда? Мне надо вот тут оказаться. Ну давай я упаду. Не, ну я думаю, нам куда-то сюда. Твою мать! Нет! Нет! Твою налево! Почему? Почему все с самого начала? Ну, короче, ребят, вот такая вот игра. Если она вам понравилась, пишите в комментарии. Вот, если захотите еще, то поиграю в нее еще. Короче, посмотрим. Блин, ну это очень обидно. Ну, в общем, пока.